Всем привет, дорогие друзья! Сегодня находимся опять же в прекрасном месте. Будем готовить огромный кусок говядины целиком, очень вкусным маринатом. Попробуем поймать рыбку и приятно провести время. Не переключайтесь, поехали! Сделаем легенькие надрезы. Не глубоко, вот так, миллиметров по 5-7, чтобы специи хорошо проникали вовнутрь. Соль, черный перец, это 100% традиционно, а дальше буду добавлять вкусные специи. Ветерок. Хорошенечко массажируем. Так, друзья, дальше. У меня вот такая смесь ореховая. Вот посмотрите, как она выглядит. Здесь грецкий орех, специи. Также, друзья, прованские травы, ну так называют. Но на самом деле это такие травы в Абхазии. Их тоже присыпем. Здесь корешки всякие сушеные. Ну аромат просто чудесный. Проводник специй, масло. У нас оливковое. Так, так оно впитается намного лучше. С обратной стороны то же самое. Thank you.
Фольга у нас попалась, вернее, не нашли фольгу, которую хотели, 15-20 микрон. Фольга тоненькая, поэтому замотали капитально, чтобы не сжечь. Ну, оно и лучше, сок будет на месте, будет вкуснее. Ну что, друзья, пока разгораются угли, замариную грибочки. Для маринада буду использовать соль и немножечко шафран с маслом оливковым. Будет такой легкий гарнирчик. Угли разгорелись. Так, раздвигаем немного. Ах, жар стоит капитальный. И прям посередине кладем. И оставляем вот так минут на 30, как раз раскалятся боковые. Потом перевернем и сверху засыпем еще раз углями. Что сгорит, не переживайте. Почему? Потому что 6-7 слоев фольги, они не дадут сгореть. Мясо будет капитально. Вообще, вот так. Друзья, пока жарится мясо, сейчас приготовим очень вкусный и простой соус. Для этого нейтральный йогурт я взял. Можно взять айран, жирный кефир. К мясу идеален. Немного присолим. 5 зубчиков чеснока. Смесь перцев, ну это в основном красные перцы.
И немножечко покрошим зелени. Кинза, петрушка, укроп, какая есть, неважно. Даже можно не резать, просто вот так руками. Прошло примерно час 10, час 15. Рыбу тоже мы не поймали. Пойду выкладывать мясо, сделаем нарезочки, накрою стол и вернусь к вам. Вот так, так, сейчас пожарим грибочки, пока мясо доходит мясо. Ах, сырок копченый, адыгейский. Ну что, друзья, посмотрим, что здесь. Ах-ах-ах. Бумагу убираем, вот эту горелую. Вот такая красота у нас, друзья, в собственном соку. Даже не знаю, откуда вы его надрезать. Горячие. Все он сочное. Вот такая красота у нас. Смотрите, сок, друзья. Все-таки от маринада многое зависит.
условия походные, поэтому извините, друзья. Грибы, мясо, бомба, как говорят. Рафик, чё ты там стоишь? Ладно, оператор снимает. Иди попробуй хоть, ёлки-палки. Держи, братишка. Рафи, как-то неудобно сел ты. Сиди, сиди, братишка. Не, я просто мясо тебе поближе подвину. Вот так. Чтоб ты там, какой кусок тебе понравится, сам уже там не стесняйся, чтоб как дома. Вот так, овощи. Я грибы люблю тоже, блин. Сочно, вкусно, Мурат. От души, брат, вот это тоже помакай. Очень вкусный соус. Эхо. Пацаны когда подъедут? Минут 5. 10. Ну все, я поэтому разрывать не стал, думаю, чтоб красиво было. Сейчас они подойдут все вместе. Вот так. Мурат, можно попробовать это? Это нужно попробовать. Смотри, телефон упадет. Аккуратно, сочные. Дорогие друзья, очень-очень вкусно. Спасибо, Раф. Место великолепное. На природе. Высоко в горах, внизу моря. Да. Ну что, Раф, попрощаемся с нашими друзьями. Прощаемся. Крепкого здоровья пожелаем, благополучия и всего самого лучшего. До скорых встреч, друзья.